эти рефераты? Кому они вообще нужны? А что если... Точно. Это что-то новое. Тема «Душа Земли». Нужно подумать. Что же на душе у Земли? Что она чувствует? Интересно. Как выглядела бы Земля, если была бы человеком? Неописуемо красивая, иная, совершенная, без изъянов. Скорее всего, она была бы очень хрупкой. Мучилась бы и изнывала от боли, доставленной людьми, но, несмотря на это, продолжала бы оберегать и опекать их. Земля — мать всего живого, а мать любит детей безусловно. Мы, неблагодарные дети, ядовитыми газами душим ее, убиваем атомными бомбардировками, отравляем моря и озера. Земля, в свою очередь, жертвует собой, чтобы жили мы. Сохраним ее душу.